Пиши что-нибудь. Владелец сервера. Я дурак обоссан. Смотри, смотри. Смотри, чат. Нравится. Мне нравится. Смотри в чат. Зачем? За что? Что? Всем привет, дорогие друзья, с вами Серджио, и знаете, что я хочу сказать? Что вы задолбали меня обижать, вы все задолбали меня обижать, а знаете почему? Потому что вы не заходите на сервер, IP которого находится в описании ролика, потому что если вы сделаете скрин с Серджио самим, можете админку поучить, поиграть на Бедварс, что надо еще, заходите, всегда всех ждем, не обижайте меня и, пожалуйста, ставьте лайки. А с чего я хочу начать серию? Да то, что тут один чувак писал, то что ребята сейчас будут покупать админку все в скайп. Егор1217. Почему я хочу его добавить? Почему он меня заинтересовал? Потому что... А зачем он так пишет? То есть в чем суть? Сейчас мы будем узнавать, что он больше так не пишет, правда. Я сейчас буду покупать админку. Че он, все, сдох? Ну хорошо, давайте тогда... А где он вообще? Вот. Какой ник? Ханта Монтана. Что за ник вообще? Вот он вообще, он куда он испарился-то? Так, давайте. Все в скайп. Егор1217. Так он сначала другой скайп писал. Он придурок, что ли? Он написал Егор2112. Сейчас пишет Егор1217. Так какой скайп? Ты дурак, что ли? Ну хорошо, давайте попробуем добавить в Егор1217. Ай моменто. Ну? Алло. Алло, я тебя сейчас вот... Тебя я добавил? Подожди, у тебя скайп Егор1217, так? А? А просто ты сначала написал Егор212, а потом ты написал Егор1217. Я нихера не понял, какой у тебя скайп. Да, тупые ошибки. Да ты сам какой-то непонятный. Слушай, ты написал, что ты будешь админку покупать. А? Так, а? Вот... Ты со мной хочешь? Ну а ты зачем написал добавляться? Смысл? Ой, я тебе объясню, как ее покупать, ну, по крайней мере. Объяснишь, как ее покупать? А ты что? А ты зачем ее покупаешь сам? А? Да так, чтобы повеселиться. Так что делать-то надо? Нафига ты мне скайп добавил? Ты тупой, что ли? Ну... Короче, смотри! Дурак! Я не дурак, я тебя не обзывал! Заебал! Чем? Писькой. Короче, заткнись и слушай, мразь. Слушай, сейчас я буду покупать админку. Ну и чё? Понял? Ну понял я это уже давно, ты 100 раз это написал! Заткнись! Ебал! Ты чё орёшь-то? Заткнись, мразь, и не мешай. Ну, я тебе буду объяснять, как покупать админку. Потом ты себе купишь админку и отдашь мне аккаунт. Понял? Понял. Ну, и чё, как объяснять, чё делать-то? Блядь, сейчас я на сайт, сука, зайду, подожди. Чё, а ты домой не пойдёшь? У тебя дома нет, что ли? Ты чё, живёшь без дома, что ли? Есть. Но... Ну, нет, и покажи. Ты хотя бы дом покажи, может, у тебя дома нет, ты как я тебе могу вообще доверять? Есть, блядь. Да может, у тебя нет ничего. Да ты на сайт! Какой у тебя ник? У меня! А, на Х, да? Какашка там... Хрен. Ханта Монтана, дура. Ханта Монтана. Я тебя не обзывал, слышь ты, говно, я тебя не обзывал. А это что сейчас было? Где сейчас что было? Тебе кол написал, быстрее, возьми, кол! Заткнись! Ты что за посевы здесь? Гон наверх пошел. Вы. Куда идти, у тебя за посевы? Я сейчас убью. За что ты меня... Ой-ё, да, прикинь, у меня залагало сейчас. Ты чё, не трогай... Слышь, ты не ломай! Чё не ломать-то? Я хочу посмотреть, откуда у тебя посевы такие. Да из жопы твоей матери! Ты чё обзываешь мою мать? Ты чё, совсем? Пошли! Да ты достал! Всё, пошли наверх. Пошли. Зачем тебе эти посевы? У тебя... О, у тебя дом алмазный! Хера у тебя дом алмазный! Да, пошли наверх! Зачем наверх? Мы уже наверху. Да иди, вот тут будем админку покупать. Админку тут. Чё, нельзя место другое найти? Вот тут будем. Ты пошли, где? Ты где? В палатке жёлтой! Ты чё орёшь? Вот. Блядь. И чё? Хуя, я его открыть не могу. Во, бля. Короче, смотри! Захожу на сайт, сука! На какой сайт? Да. Куда ты заходишь? Доната! Как?
Да зашел. Нажми на звездочку! Ну, там я... донатцы, Гойкрафт! Ну и чё? И короче, нажимай на нее! Ну и чё? Правой кнопкой мыши. Мне-то зачем нажимать? Ты же покупаешь. Ищи в чат! Да ты спрашиваешь как! Прости, я реально тупанул. Ну ты чё дальше? Всё, я захожу на сайт. И чё? Так, пишешь... Так, ник на сервере. Хан Монтана. А чё ты купить-то решил? Угадай! Я не могу, откуда я знаю, что ты купить решил? Каким образом я угадаю? Владельца. Владельца? Да! Это за 500 рублей которые? Да-да-да! Это у тебя... А зачем тебе такие права нужны, ты мне скажи? Да, я тебе вещей много дам! Вещей много дашь? Так ты вещей много... Да. А ты чё? Тебе этот дом подарю, понял? Дом мне подаришь? А с какой стати ты мне дом подаришь? Да просто! Ну просто так, так просто. Так, оплата. Киви кошелек. Телефон. Ты чё там мычишь? Тебя в жопу имеешь? Я имейл ввожу! Ощущение, тебя как будто в жопу имеет, а не имейл, ты будь. Мамку твою в жопу имеет. Слышь, я вот не обзывал твою мамку. Мне похуй! Так, скидочный код. Сука, ты знаешь скидочный код? Откуда я знаю скидочный код вообще? На, знаю, знаю, слышь, знаю. Давай, говори! Диктуй, говно. Да ты дурак, какое говно! Короче, сука, оплатить, мразь. Так. Ну? Я купил! Купил? Да! Я не вижу, что у тебя префикс над башкой, извини. Напиши что-нибудь. Где ты купил? Владелец сервера? Ты реально купил? Смесь! Нихера ты. А что у тебя с префиксом над башкой нету? Ща перезайду, увидишь, все. Ты реально купил? А ты как думал? Я не такой нищеброд, как ты. Ну у меня просто денег нет. Не... Стой, стой, стой. Владелец? Да ладно. Ну как тебе, дурак, обоссаны? Да погоди. Ты прости, если тебя обзывал. Нифига ты. Ты прости меня, если тебя обзывал, пожалуйста. Я... Просто у меня трудное семейное положение. Я не могу так взять и купить владельца, понимаешь? Все-таки... Стой, 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 чувак! Ты что собрался делать-то? Блядь, не получилось. Сука, короче, ко мне тпхайся. А как тебе? Мне кол надо к тебе писать будет. Вот, пиши ко мне кол. А слушай, а ты же можешь выдавать. Дай мне, не знаю. Я думаю, тпхайся быстрее. Да какой, а кол как тебе? Кол, кол, хан. Ну вот, я пишу кол ханама, давай, быстрей. Так. И чё? Привет, ебан. Смотри, смотри. Чё смотреть? Хочешь увидеть? Блять, он слился. Ты чё придумал? Смотри, чат! Ты чё сделал? Игрок кикнут Ханта Монтана. Ты чё, ты зачем ты человека кикнул? За что? Ты зачем привели... Ты нахрен... Он, видишь, дом из дерьма строит. А где он? Вот это... Я его кикнул! Это же был его дом, это же был он. Чё ты сделал? Пидор! Да за что ты его кикнул? Ты зачем привилегию купил, чтобы так баловаться, что ли? Я не понимаю. Зачем? Сейчас смотри. На, блядь. Кого ты, что ты придумал? Кого я придумал? Никого я не придумал. Да я не умею так летать, слышь? Пидор, потому что без доната. Да ты, что меня обзываешь? Куда ты? Стой. Я тебе кол пишу, давай, куда ты? Стой. Что ты придумал? Цепт, сука. Ты чё, смотри, видишь его? Да. Бог. Кого видишь? Какой видеть? Ник? Нео 1221, а чё ты придумал? Ты чё сделал? Ты забанил его? Ты чё, ты дурак, что ли? Ты чё, совсем охренел? Ты чё делаешь? Тех ебашу! Они же обычные игроки, ты чё делаешь? Бог, сука! Ты... Он не обычный игрок, он пидор! Разбань его, ты чё делаешь? Нет! Я пожалуюсь на тебя, ты чё творишь? Я пожалуюсь, хули ты к админам сразу бежишь, мразь обоссана! А зачем ты людей обычных банишь? Ты чё, дурак что ли? Ай, вот ты тупая! Ты чё делаешь? Ты чё опять задумал, слышь ты?
Ты чё, сосите письку? Ты кто написал? Сосите письку! Это ты написал? Письку, мудаки! Ты чё делаешь? Сосите письку, мудаки! Ты... Особенно... Коша! Ты чё делаешь? Я нихуя! Ты чё творишь-то? Ты можешь... Мне нравится! Мне нравится! Когда красавица 3 в час! Особенно Айфоша? Ты чё, дурак? Ты нахрена меня позоришь перед игроками? Ты чё делаешь? Ты может и кикнуть меня ещё решишься, слышь ты? Только попробуй. Чё ты там сказала? Ну-ка, чё там сделать надо? Слышь, ты чё делаешь? Ты пи***ску, мудак! Слушай, на тебя... Ты чё? Понял? Слышь, не писун. Слышай, я на тебя жаловаться буду, у меня скрины есть, как ты в чате такое пишешь. Да мне похуй, жалуйся, я всемогущий! Блять, я в ад вошел, сука. Это ой, не ад, это Бэдвард. Иди нахуй, тебя вообще не спрашивали. Да ты чё такой злой? Да чё ты делаешь-то, слушай. И чё ты меня сюда привёл? Сучка. Проходи паркур! Не пройдёшь, у тебя будут проблемы! Ты меня сюда телепортнул, чтобы я паркур прошёл? Да, не пройдёшь, у тебя будут большие проблемы! Да не хочу я проходить! Я тебя сейчас забаню нахуй! Ты чё, дурак что ли? У меня скрины на тебя будут! Чего? Слушай, я тебя... Блин! Ты чё, тупой? Я, видимо, у меня радужная броня... Если вы не можете кикнуть этого игрока? Ты кто такой-то, блядь, что я тебя кикнуть не могу, мразь? Ты не можешь у меня кикнуть? Нет! Реально? Да! А почему так? Блядь! Да сука, хули ты не кикаешься, мразь? Смотри, я тебя тоже не могу кикнуть. Вы не можете кикнуть от игрока, потому что ты владелец. Я тебя тоже не могу кикнуть. А чё такое? Стоп. Получается, у тебя вообще права есть? Какие права? Дурак, что ли? Нет у меня прав. Так раз ты именно меня не можешь кикнуть, мразь! Да потому что у тебя... Ой... Что? Игрок... Зачем? Кто? Игрок Ханта Монтана кикнут консоль. О, тебя консоль кикнула, прикинь? Кто меня кикнул? Консоль! Тебя консоль кикает, прикинь? Фух... А прикинь... Да она тупая, шлюха! А прикинь, если тебя консоль забанит вообще? Да ну, не верю я в такие! Не, ну ты... Пошла она, я её... Я да, пожаловался на тебя, в принципе, как бы. За то, что ты... Зачем? Кто? Кто это сделал? Консоль забанил Ханта Монтана. На вас наложили великую... За что? Ты на меня-то чё орёшь? За что? Вон, даже люди пишут. Кто это сделал? Вон, Нео пишет. Ханта Монтана банит всех просто так. Вот, видишь? Слушай, ну потому что на самом деле ты вообще превышал свои полномочия. Именно из-за таких, как ты, всегда людям отравляется жизнь на сервере. Из-за таких, как ты! Ты рушишь всем жизнь! Ты всех банишь! Ты всех кикаешь! Ты все портишь! Люди жалуются! Люди строят дома! Заткнись! Люди строят дома! Люди мучаются, а ты их банишь! За что ты это делаешь? Ненавижу таких, как ты! Банить тебя надо всю жизнь! Пошел вон с сервера! Понял? Не нужен ты здесь! Из-за таких, как ты, сервера разваливаются! Ты голова! Я тебе в рот! Я твой рот наоборот! Ноги твои не будет здесь больше на этом сервере, ты понял меня? Да сука, разбай! Люди пишут, отберите у него владельца. Ты незаслуженно, я вот почему. Разбай! Вот почему я тебе позвонил в скайпе. Ты виноват! Ты виноват! Вон! Расстреляй! Банил! Ты виноват, все. Я тебе сейчас рот выебу. Я тебя забанил, потому что ты... Ты? Превышал. Я! Потому что ты превышал полномочия, ты превышал свои должностные обязанности, ты не уважаешь интересы граждан, общества, людей, строителей, ты все портишь! Они граждане! Ты все портишь! Это люди мирные, строят... А, то есть это психи ебаные, ты так о людях думаешь, о добрых, обычных людях, которые строят дома? Пошел вон из сервера! Ты не нужен таким! Тупые, они мрази! Кто мрази? Люди мрази? То есть ты играют на этом тупом сервере! То есть ты считаешь, что люди все тупые, да, здесь, которые играют? Да! Ты тупой! На
себя посмотри! Все, тебе дан бан на месяц. За что? Потом мы отберем у тебя права. Ты виноват? Я считаю, что все игроки, которые сейчас смотрят этот видеоролик, все люди, которые смотрят видеоролик, они согласны с тем, что тебе нужно будет дать бан на месяц. Так, если вы считаете, что я правильно сделал, что поставил ему бан на месяц. Поэтому... Ты еще не был? Нет, пока. Нет! Дорогие друзья, что-то меня бомбануло. Ненавижу таких на самом деле. Сначала купит привилегию. Владелец сервера начинает кикать, банить, писать в чат от имени сервера в объявлении. Я считаю, что так делать вообще нельзя. Бан ему дан на месяц, думаю, справедливо. Через месяц придет, подумает над своими поступками. Надо искать и устранять проблему. Поэтому всем спасибо, ставьте лайки, всем пока.